Эй, всем привет, с вами Александр, и вы на канале Вальгалла. Ух, через какое время я только вернулся, да, к видеоканалу. Ну, я был заряжен на шорцы, у меня была загрузка очередности шорцев, моих миниатюр и так далее. Но сегодня мы разберем, точнее запускаем серию видосиков по детальному обзору, покрасу миниатюр. То есть я новичок в покрасе, ну, рука уже, можно сказать, набита, но не набита, я бы сказал, в плане покраса. Но еще лучшие выборы покраса, выборы техник покраски и так далее. Так что сегодня мы будем смотреть набор Левиафан. Это не обзор на набор, это будет серия обзоров на покрашенные миниатюры. Я переворачиваю. Вот он, да? Мы знаем, что есть тираниды и, соответственно, космодесантники. А сегодня мы посмотрим вот этих нижних, это терминаторы, как я их покрасил, как я из них что сделал и так далее. И будем это смотреть. У нас еще будет много, то есть серии выпусков и так далее. Так что с вами Александр, садимся поудобнее, идем на кухню, точнее, вначале берем себе что-нибудь вкусненькое, приятненькое, садимся поудобнее, включаем на телевизоре, на телефоне, на планшете, где хотите, и начинаем смотреть. С вами будет Александр, будет много балаболить, глаголить и рассказывать, чё по чё и как. Так что садимся поудобнее и поехали. I am iron. I am wrath. Ну все, надеюсь, все у тебя уже готово, ты сел поудобнее, и мы будем сейчас смотреть. Все, я камеру пододвинул, чтобы не было сильно объемного, мы будем смотреть прям поближе, какие все-таки у нас получились миниатюрки. Ну, мы сегодня же смотрим терминаторов. Эти терминаторы, чуваки такие, бам-бам-бам-бам-бам. Это прям, ну, давайте, будем смотреть. Эх, увы, в наборе Левиафана нету вариативности сборки. Надо покупать было отдельную, но есть набор, пятерка есть. Ну, давайте начнем. Вот он мой первый чувак такой. Блин, ствол, да, вот здесь немножко кривоват получился ствол. Но дело не в этом. Я, главное, просверлил. Он весь у меня насквозь просверлен и так далее. Вот такой терминатор. Да, у меня везде идентичные эти, как его, подставки. Они база оформлены вот в таком, можно сказать, ракурсе, то есть это пен-пробка, ну, подставка под горячее, вот, и типа каменистая такая разломанная земля. Ну, мне нравится, у меня все однотипные, у меня же одна армия, вот, все будут в одной этой базе. Да, увы, сборка, как говорю, не вариативная, вот он вот так стоит, ничего лишнего на нем нету. Эти должны быть серыми, но они у меня белые, они пролитые, но немножко потом еще высветлены. Также голова. Чтобы проливка я сильно не испортил голову, вот, вот так, допустим, да, я покажу. Чтобы я проливка не испортил им голову, я очень сильно разбавил проливочку. И, соответственно, чтобы прям жидко-жидко было, не слишком уж было размазано. Это здесь вот я немножко прям по-жирному сделал, то голова нет как бы. Да, не хватает свечения линз, там глаз и так далее, но в итоге мне и так очень нравится. Вот он один, знаками ультрамаринов, все, его, вот он, рука его еще так немножко шевелится, но в итоге вот он первый. Погнали второй, вот он второй. Тоже в этой же оформленной базе, то есть череп чей-то валяется. Вот такой вот у нас вот красавец. Ну, все, если честно, я их готовил, уехал на вахту, на работу. И вот пока приходил с работы, я их потихонечку у себя в общежитии красил. Ну, в итоге, конечно, я уже приехал домой, я здесь их уже, получается, доделывал. Декалечки нанесенные, да, вот такой у нас терминатор вот. Тоже не сильно баловался проливкой, потому что очень боялся. Это же белый цвет, не так что-то сделаешь. И, соответственно, очень плохо все получится. Вот, вот так вот. Тоже стволы все у меня просверлены. Так, погнали второй. Ой, вот он. Вот этот у меня... Очень я к нему относился щепетильно, потому что на коробке у него вот такая же перчатка. Думаю, как мне сделать вот этот, вот эту шахматку, да, чтобы он было красиво, ну, по мне, чтобы было ровненько, не было всяких косяков. Я взял, очень сильно наточил острый карандаш, и карандашом я отметил линии. Жаль, конечно, тут не видно их, но если вот так вот смотреть на миниатюрку вживую, то видно серые полоски от карандаша, я вам сразу скажу. И вот это я также разлинивал, видите, прям все.
по линии делал, ну, можно сказать, на глаз, но не знаю, как оно так, ну, по мне, думаю, ровность должна была быть линий вот так вот. Здесь, конечно, немножечко как-то ушло у меня, ну, рука, она, соответственно, на перчатке она неровная, но в итоге я смотрел, как это все правильно сделать. Даже здесь уголочек еще беленький сделал. Вот, и, соответственно, я подкрасил его. Вот, медальончик висит, все. И вот он, типа, с таким хватом на руке вот так вот стоит. Вот так вот. Ну, вот такая шахматка. Блин, ну, мне нравится, мне очень нравится вот этот покрас. Я так получил удовольствие от итога того, как я в него вкладывался, как это все было аккуратненько. Потому что боялся, что, блин, сейчас накосячу, заново все перекрывать. Но в итоге получилось. Вот. Да, я здесь не делал никаких там загрязнений, пыли. Ну, мне так можно сделать, как бы, но мне пока так. И немножко заморал ему ноги. Вот он. Сколовородкой такой стоит, да, у нас. Патроны валяются, я их что-то не высветлил. Ну да ладно. Тоже здесь вот у нас идет. Ну, здесь только всего лишь два слоя раскрашены. Как сказать? Вот, ну, два всего лишь сделаны. Ну, можно сказать, чуть ли не скопировал. Но линии пытался разрисовать одинаковые. Вот. Вот она на колбородке все высверливал. Этот высверлил. Потом вон там еще высверливал. Ну, не глубоко слишком, но все равно силуэт просверливания есть. Вот. Я вначале покрасил вот эту, где вот череп изображен. Я вот это в синюю покрасил. Думаю, блин, что-то мне не нравится. Как оно так? Ну, мне реально не нравится. Я потом посмотрел на коробке. А оказывается, у него-то... Он как будто туда руку засунул, и вот он как будто держит. Вот он на руке у него держится, да, на предплечье. И, соответственно, он его держит и там крутится. Вот, тоже вот такой вот у нас чувачок получился. И у нас есть еще вот он, перец такой. Перец у нас, это сержант, да, его зеленые глаза. Не делаю темно-зеленые, делаю прям ярко-зеленые, с тессерактом глоу. Ну, мне нравится этот цвет, особенно линзы, когда такие. Вот. Тоже у него наколенник вот этот весь белый. Здесь тоже я пытался проливкой сильно не мастрячить, чтобы не испортить тоже шлем. И вот эту полоску. Как я ее красил? Я тоже карандашиком вот так вот разлинёвывал. А потом потихонечку, прям вот так вот мазками я все вот так вот разрисовывал голову, да. Еще раз говорю, что я все миниатюрки крашу прям рука отдельно, голова отдельно, это отдельно, ноги если отдельно, корпус, вот все отдельно у меня. Оружие если надо отдельно, оно будет отдельно у меня. Поэтому мне почему-то нравится, чтобы я прям подлез туда. Ну и меч как бы. Тут, конечно, можно выдать свечение, но я вот как бы подкрасил, что-то прям аж, мне же самому не нравится, может немножечко перекроет, ну да ладно. Вот такой сержант, да, вот он здесь, ну, можно его печать, там есть стрижки поделать, ну, вот такой у меня красавец сержантик. И вот он, который мне очень понравилось сделать, в памяти, да, он же стоит у нас на своей же площадке, вот так вот криво он стоит, то есть, и вот на этой базовой надо, но я ее отрезал, оставил только вот эти прутики, и вот это, и поставил, как будто, он же когда воткнулся, видите, одна провисает, ну, я сделал так, что она провисает, почему, потому что он когда воткнулся, эти штырьки, ну как, зацепы разлетелись, и один воткнулся, и он получается под весом, вот так вот, он висит, здесь натяг, а здесь он не до конца, то есть такой эффект, как будто он только на одно, вот здесь он воткнулся, вот он воткнулся, и, соответственно, а здесь он держится как будто, прям воткнулся, и вот он держится, чтобы не упасть. А здесь что, какое напряжение? Здесь вообще нет напряжения. И вот эти штуки тоже я карандашиком линии сделаю, когда вы понимаете, что они очень тоненькие, да? И потом начал потихонечку это все разлиновывать. Я это покрасил в желтый цвет, а потом уже начал выкрашивать черным. Да, потом пришлось немножко перекрывать, но... Ну ладно, вот такой у меня получился телепортик. Вот оно, 5 единиц. 5 единиц, друзья, которые у меня есть с набора Левиафан. Вот, еще раз говорю, вот он один. Показываю точнее. Вот он второй. Вот он третий со своей шашечкой. Четвертый, да? Пятый. И, соответственно, телепорт шестой.
Вот такая, друзья. Всем спасибо, что вы посмотрели такое небольшое видео, не длинное, не как вот мы посмотрели, друзья. Всем спасибо, что вы посмотрели. Оставляйте свои комментарии, пишите комментарии, давайте пообщаемся, как вы покрасили, если они у вас есть. Если что, ссылка на телеграм-канал обязательно, залетайте в этот телеграм-канал, она на видео висит. Так что всем спасибо, что вы посмотрели, залетайте. Хочу вам сказать одно. Как только у меня в моем телеграм-канале наберется больше 100 подписчиков, точнее 100 даже, да, это немного, но я проведу конкурс. Я подарю миниатюрки. Всем спасибо, с вами был Глаголил Александр. Всем пока-пока.